миллиона, но... можно переехать. Ну это значит, это типа это, блядь. Позиция чисто финансово безграмотных кино. Ну это школьник. Которые начинают зарабатывать, вот тут просто 50 тысяч заработали, все, ебать, каждый месяц так еще больше будет. Ебать, каждый месяц буду еще больше и больше. А в итоге потом через полгода с дыркой в жопе, и у мамы живет. Дим. Это гачимучи хат или я ошибся? Это реально гачимучи.